Строительный комплекс «Горизонт» в микрорайоне Чкаловский построен на 72%. Выполнены технические условия по подключению всех трех домов к инженерным сетям. Подведена теплотрасса, трубы канализования. Собрана под ключ электроподстанция. Близки к завершению работы по остеклению, монтажу внутриквартирной разводки. Объект находится на контроле в правительстве области. Власти и бизнес ищут возможности достроить дома. Перспективы дальнейшего строительства обсудили на строительном часе администрации с участием представителей Госстройнадзора и глав архитектуры. Наша задача – разослать письма всем застройщикам, которые находятся на территории Чкаловского района, для того, чтобы они изыскали возможность достроить этот объект. Ну, скажем так, с предложениями, участвовать, да, им, да? Да, да, чтобы они бы с этим недостроем участвовали. В «Горизонте» остались нераспроданные квартиры. Ими застройщик планирует расплачиваться с новыми подрядчиками. Прошу вас, проработайте возможность окончания строительства. Угу. Вот, и представьте мне на этой неделе. Да, хорошо, уже проект подготовлен. Вот, и, пожалуйста, полную справку со всеми цифрами по бизнес-плану. Да. Застройщику предстоит выполнить благоустройство жилого комплекса. Поддержку в согласовании мероприятия окажет и глав архитектура. Вопросов нет в части и тех нагрузок, которые несут, и того благоустройства, которое они должны сделать. Как бы надежда есть. Ребята стараются. Застройщику предложено скорректировать график строительства с учетом последних изменений и начать готовить документы к сдаче дома. Компания «Веста 2001» строит в Щелкове микрорайон Пустовский. Организация обременена социальными обязательствами. Ей предстоит расселить три многоквартирных дома. В частности, два расселены, по остальным квартиры распределены. Ранее застройщик построил здание, в котором сейчас размещена художественная школа. Под расселение застройщик выделил больше квартир, чем от него ждал город. При норме в 9% от общей площади дома компания предоставила 22, превышение на 1000 квадратных метров. В ближайшие годы «Веста 2001» на месте ветхого фонда в Первом советском переулке построит 4 высотки. Достаточно дорогостоящее строительство, но Министерство строительного комплекса пока не выдает ЗОСТ. Есть замечания небольшие, то есть, но я думаю, что в ближайшее время совместно с застройщиком мы устраним, поможем. Застройщику предстоит скорректировать охранную территорию Троицкого собора, в черту которой вошла одна из запроектированных высоток. Но процесс, как говорится, пошел. За очередниками из ветхого дома зарегистрированы квартиры. Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».